При кадетском корпусе весной будущего года откроется региональный центр по хоккею. Конец мая 2020-го. Такая дата обозначена в контракте. На данное время готовность 65%. Это будет центральный вход. Мы входим в стадион, в каток, который будет находиться. С правой стороны будет у нас пункт проката коньков и раздевалки. Присутствует в раздевалке для команды сразу сушильная комната, где они будут сушить свою форму. Также планируется, что они ее могут и постирать. То есть стиральная машина будет присутствовать в каждой раздевалке. Там же будет и оборудование для заточки коньков. Пространство продумано детально, как и вся инфраструктура центра. Комплексных раздевалок 5. От них по коридору выход на ледовую арену. Размером 1200 квадратных метров. К монтажу технического оборудования ледовой площадки строители планируют приступить уже в сентябре. Здесь уложат 26 километров труб. Заканчивают основание там. Потому что почти 2,5 метра насыпь внутри идет. Вот это основание практически сейчас заканчивают, потому что его засыпано, трамбовать послойно. Но послойная трамбовка уже осталась, вот последние 25 сантиметров осталось. И практически все, начнут укладывать трубки. Трубки – это часть холодильного оборудования. Кстати, от той же питерской фирмы, которая поставляла его для Чебоксары-арены. В сравнении с главной ледовой ареной региональный центр будет меньше. Однако тоже с зрительскими трибунами почти на 300 мест. Его по максимуму будут использовать любительские хоккейные команды «Чебоксар» в расписании тренировки и матча новочебоксарского «Сокола» детской команды «Адл» по слэдж-хоккею. Планируется использовать рядом расположение кадетского корпуса, где мы планируем открыть секцию по хоккею для мальчиков и даже для девочек. Здесь также будет еще тренажерный зал. Данный объект будет использоваться жителями района и города Чебоксары. Место расположения для хоккейного центра выбрано как раз с учетом дефицита спортобъектов в Новоюжном районе. Возводят крытый ледовый каток по федеральной программе «Спорт. Норма жизни». Ирина Волкова, Валерий Резюков. Республика.